Ребят, всем привет. Два дня ничего не снимали, потому что было очень много, как говорится, дел. С понедельника будни начались после Хэллоуина. Мы не могли еще. Машинка наша поломалась. Короче, не все так гладко, как хотелось бы кому-то. Но от этого состоит наша жизнь и наши трудности. Чтобы с ними справляться. Тут у нас идут такие масштабные работы по благоустройству набережной. Я вам на обратном пути покажу. На данный момент сегодня на работе появились у меня вешенки, и мне что-то захотелось. Я знаю, тут одно местечко у нас на обеде, где можно это сделать, насобирать ее. Государственную я не люблю, но она мне какая-то, но не такая. А то, что выращено в естественных условиях, то просто супер. Я ее обязательно сегодня же и приготовлю, если мне повезет. Дорога у меня очень дальняя. Я вам скажу, 3 километра в одну сторону косы и 3 в другую. Итак, 4. Потому что мне надо пройти на противоположную сторону. Я вам сейчас ее покажу. Эту сторону. Тут рыбачки отдыхают, природка. У нас здесь просто супер. Так что, ребята, оставайтесь со мной. Я вам еще немножко покажу. Если я, конечно, еще дойду, потому что там в конце у нас уже здесь строят, как говорится, евростадион для гребли. У нас здесь шикарное место для этого. Ну, я считаю, много для чего здесь можно сделать. Так же самый тот же аквапарк. В Харькове есть, а у нас почему-то еще нет. Так что есть куда стремиться. Это вот дорога. И так 3 километра она в одну сторону. А мне, чтобы вы понимали, надо перейти вот противоположная сторона косы. И она идет, ну там, в тупике, я вам покажу. Получается, вешенка растет вот здесь, в конце вот этой косы. Ну, не в конце, а прям. Ну, 2 километрика точно идти в обратном направлении по той стороне. Если я пройду, конечно. Ну, я надеюсь на это, что все получится. Летом у нас здесь хорошо. Очень хорошо, потому что здесь вон площадочка со всякими детскими. И так же само там. У нас и пляж, и турники, и волейбольные поля. Здесь, конечно, если доведут до ума, ну, как говорится, придет какой-то дядя, вложит денег. Или же сама страна, ну, я сомневаюсь. Но пока нету ни хорошей дорожки здесь для велосипеда, потому что на велосипеде, когда едешь, видите, бетонка, она здесь, швы полностью. Вот сейчас будем, справа будет площадочка. Таким мотоциклом самодельным. Здесь тренируются, играют. Видите, такой мотоциклик. Это у нас мастера умеют, если хотят. Продолжаем наше путешествие. Ребятки, смотрите, какая красота. Зелено-желтые цвета. Осень. Вообще. Воздух. Все-таки чище. В деревьях. Очень хорошо. Мостики у нас такие, видите, тут стоят. Ну, некоторые мостики вандалы наши. На дрова позабирали. Мало им все. Очень интересно, пройду ли я на вторую косу. Этот вопрос всегда здесь очень сложный. Зимой проще. Все ее, как раньше, лед становился первый. И можно было перейти. Туда заходишь, они, эти вешенки, как в холодильнике висят.
очень вкусные. Ну, посмотрим, может, мы пройдем через их препятствия. Здесь тоже что-то делали. Ведь когда облагородят, будет очень хорошо для отдыха. В том году я здесь очень хорошо порыбачил на толстолоба в это время. Сюда зашел толстолоб, и мы его очень хорошо ловили. В этом году пока сюда рыбка не зашла. Но мы идем не за рыбкой, мы идем вешеночки посмотреть. Должна быть рядовка. Ну, груз, я уверен, на 100%, что он есть, наверное. Ну, не на 100, на 99, скажем так. Но все-таки он там всегда был. Сейчас его посмотрим, есть ли он. Мне еще пройти 250 метров. Чуть больше. И потом будем переходить на ту сторону. Скоро с женой, с Катюшей, мы обязательно выйдем в прямой эфир, чтобы с вами пообщаться, если есть у вас такой интерес позадавать нам вопросы. Мы на те, что сможем ответить, мы ответим. Те, что не сможем, вы нас извините, пожалуйста, но такое есть маленькое табу на вопросы, не на все. Так что очень скоро мы выйдем в прямой эфир. Ребят, поддержите нас, если мы вам интересны. Вот пишут всякое там, и фу, и не скучно, не то, не все. Мы такие, какие есть, другой семьи не будет. Семьи не будет, потому что мы не можем показать вам того, чего не существует. Наша жизнь состоит так, мы еще не полностью, как говорится, обмундированы, чтобы все снимать и показывать. Но мы будем к этому стремиться. Так что все у нас еще впереди. Идите прям там сразу, чик на корню. Как посчитать, конечно, там такое можно. Ну, молодцы, если пишете, значит, вам уже не лень. А это уже приятно, критика. Она всегда будет присутствовать. Так что окей. Сейчас посмотрим. Ну, закрыто 100%. Просто посмотрим, как я могу это дело преодолеть. Как говорится, трухнуть стариной. Так что а вон люди идут уже впереди. Может, даже с грибами. Может, я уже и опоздал. Что очень тоже вероятно. Тут сами охранники там помогают, ходят туда. Но я в надежде, что мне что-то оставили. Знаю там пару заветных лазеечек. Как я и думал, прошли люди. Кулечки у женщин. Полный кулечек вешенки. Так что, ребята, есть надежда, что и я уйду с грибами. Если, конечно, это были не последние. Так что видите, вот это уже тупик. Сейчас я покажу, что они здесь хотят строить. Там есть плакатики. Сейчас все увидим. Вот. Я почти дошел. Малечек гуляет. Ой, на рыбалку хочется. И все хочется. Ребята, времени просто на все никогда не хватает, наверное, и не хватит. И с ребенком, и в садик, и машина поломалась. О. Жизнь хороша, и жить хорошо. Вот тупик, это уже Днепр там.
защищает от ветров. Видите, у нас постоянно, можно сказать, штиль. Почти дошли, сейчас покажу. Это этот стадиончик постоянно закрытый, сколько не ругались с химиоохранниками. Блин, надо сделать его доступ, чтобы можно было просто зайти. Никто туда не заходит, как говорится, воровать что-то. Но они не ведутся на это. Ну, у каждого работа своя. Так что судить их тоже нельзя. Был бы я на их месте работал, я тоже никого не пускал, как говорится. Так что сейчас посмотрим. Вот видите, проект. Тут указано. Кто умеет в картах разбираться, тот разберется. Днепр и мы. Мы идем дальше. Здесь они планируют мост, они он сделали, вылили там отмостку всякую. Работа, в принципе, идет. Но это, получается, они сделали на третью косу переезд. И вот здесь планировали мост. Видите, он забор, ограждение. Говорится, никого не пустим, не выпустим. Но мы попробуем прорваться. Сейчас, может, даже придется раздуться. Сейчас я дойду, все увижу. В том году они активно здесь работали, работали. А потом активно перестали работать. Водно-спортивный комбинат. Ага. И где колючая проволока? Там заварили. Видите? Когда-то мы вот здесь проходили. И все. Да. Придется разбуваться.